Добрый вечер, дамы и господа. Вчера был день, Всемирный день защиты детей. И давайте сегодня мы будем с вами считать, что сегодняшний вечер, сегодняшний музыкальный вечер мы с вами приурочим и посвятим счастью, миру и детству всех детей во всем мире. Прежде чем мы перейдем к музыкальной части, я хочу вас немножечко познакомить с героиней нашего сегодняшнего вечера. Она начала заниматься музыкой 4 года назад в детском музыкальном ансамбле «Фантазия» под руководством Марины Меренго. Также она является солисткой, я надеюсь, уже известного в вашем городе музыкального театра «Ретро». Начинала она петь в нашем театре с музыкальным руководителем Натальей Спектор. Мне, наверное, нужно было вас сначала предупредить, чтобы все телефончики выключили. Вы простите, это моя ошибка. Телефончики, пожалуйста, выключите, потому что это будет мешать мне. Нет, это будет мешать в первую очередь вам. Да? Слушайте. Нужно отметить, что детский ансамбль «Фантазия», музыкальный театр «Ретро» — это проекты управления абсорбцией нашего города, города Мигдаля-Эмек, которым руководит Фаина Тевлович, и которые поддерживаются нашим вице-мэром Сергеем Акландером. Занимаясь у преподавателя Марка Вербовского по постановке голоса в Доме музыки и искусств нашего города Мигдаля-Эмек, которым руководит Фрида Нусен, эта девочка достигла, в общем-то, я считаю, за 4 года довольно-то высоких результатов. И вы в этом убедитесь сегодня сами. Помогать ей в концерте будут не менее талантливые и не менее именитые танцоры, лауреаты всеизраильских и международных фестивалей, победители чемпионата открытого чемпионата Европы в Молдавии, чемпионы Израиля, двукратные чемпионы всеизраильского конкурса «Леди Шоу». Все они ученики, я не буду называть всех, вы их будете видеть, в конце, может быть, руководитель их назовет. Это дети, которые занимаются в профессиональной школе бальных танцев международного уровня «Сантака» под руководством Саулюса Илины Гриневич. А также, чтобы дать нашей солистке немножко отдохнуть между песнями, попить водички или переодеться, солисты музыкального театра «Ретро» Виктория Смехова и Вячеслав Ланин вам будут петь и дарить вам свои музыкальные подарки. Давайте договоримся сразу, чтобы не терять времени на разговоры. Вот это самая большая речь, которую я вам сегодня говорю. Я буду объявлять только те песни, с которыми эта девочка приехала, вернулась в наш город или в нашу страну и завоевала определенные какие-то призы, дипломы или гранты. Песня, которую вы сейчас услышите на международном конкурсе «Езерские бисеры» 2015 года в Македонии. Завоевала 2-е место. Международный конкурс. В этом же году в Хайфе 1-е место. Итак, встречайте. Лауреат всеизраильских и международных конкурсов. Обладатель гран-при 2013-2014 годов на конкурсе «Улыбки Красного моря». Обладатель гран-при 2014 года на конкурсе «Золотой Иерусалим» Ноам Ланина с песней «Адажио». Сукуме, дровати.
תגיד לי עד מתי
שקורית לי לא נמצאת שם באמת, וזה שנעלם האם יחזור או כבר מת. לאורך הים אין גלים, יש עולם שנשבר לרסיסים. Thank you.
Майами. Хочу, папа, скажи, что мне делать. А что? Опускаются руки. Ну да. Я устали на стеле, умираю от скуки. Давай с тобой гулять вместе, чтоб не смотреть поодиночке телек в кресле, а где-нибудь вдвоем просто будем мы смотреть на звезды. Давай с тобой дружить вместе, чтоб не смотреть поодиночке телек в кресле. Ведь любишь ты меня очень, и я люблю тебя, между прочим. Смотреть поодиночке телек в кресле, а где-нибудь вдвоем просто будем мы смотреть на звезды. Давай с тобой дружить вместе, чтоб не смотреть поодиночке телек в кресле. Ведь любишь ты меня очень, и я люблю тебя, между прочим. В 2013 году на фестивале «Улыбки Красного моря» завоевала гран-при. А вот в 2015 году на фестивале в Цфате она получила первое место. Итак, песня «Мама». На утром
руку, лучи нам ловлю. А хочешь, будешь спать, а я спою. Так близко над звездой мечту свою дарю. Просто хотел.
тоже думать не мог ни о чем. Ходил по лужам под летним дождем. Для всех друзей как будто исчез. И опять написал СМС. Ты не обижайся, я скучаю, дорогая моя. Ты же точно знаешь, в этом мире я живу для тебя. То, что вместе мы с тобою, это счастье выше небес. Шел по улице один на один. Наверное, силы известных причин. Но вот случилось, чего и не ждал. Он любовь повстречал. Это счастье выше небес. Он все это вновь перечитал, а после стер СМС. Не обижайте любимых своих, таких ранимых, таких дорогих. Откройте сердце для ваших принцесс, пусть летит СМС. Не обижайся, я скучаю, дорогая моя. Ты же точно знаешь, в этом мире я живу для тебя. То, что вместе мы с тобою, это счастье выше небес. Я скучаю, дорогая моя. Ты же точно знаешь, в этом мире я живу для тебя. То, что вместе мы с тобою, это счастье выше небес. С песней «Три белых коня». Thank you.
Собой цветущий рай не позвала.
Ну что, качнем небо? Yeah.
got style, she's got grace, she's a winner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. But she's never in the way, always something nice to say. What a blessing. I can leave her on her own, knowing she's okay alone, and there's no messing. She's a she knows me through and through, and she knows just what to do and how to please me. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about a little lady. And the lady is mine. Yeah, yeah, she's a lady. Oh, 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 she's a lady. Take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh, but I just got that feeling, sugar. Ooh, I can hear the siren running, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. Меня манили ее губы, я ее встретил и замер. Меня манили ее руки, до скорой встречи глазами.
Сегодня в России очень популярен фестиваль «Золотой дождь». На этом фестивале в городе Владимире единственная девочка, которая была представительницей нашего государства и нашего города, Ном Ланина, заняла первое место с русской песней на русском языке, которая называется «Лебединая верность». Над землей моей, над судьбой моей.
и дочь, мы как две половинки. Отец и дочь, как в сказке на картинке. Еще когда и дочь не родилась, я точно знал, какая будешь ты. Ведь ты однажды мне уже приснилась, как воплощение счастья и мечты. Растешь ты, дочь, доброй и счастливой, и ведь каждый день купаешься в любви. Я знаю, будешь девочкой счастливой, и все мечты исполнятся твои. Отец и дочь, мы не разлей вода. Отец и дочь, беда нам не беда. А как же мама? Как твой старший брат? Они вдвоем в сторонке посидят. Отец и дочь, нам вместе интересней. Отец и дочь, одни поем и песни. Отец и дочь, нам грустно друг без друга. Ведь ты мой друг, а ты моя подруга. Лучшая подруга, ведь ты отец и друг, и дочка, и подруга. Все потому, что очень любим мы друг друга. Друг друга. Отец и дочь Вячеслав и Ном Ланины. Песня, которую вы сейчас услышите, она была написана здесь, у нас, в Израиле. Ее написал Гирш Зильбер и на слова Нины Хмельницкой. Обработка, аранжировка – это была Давида Тарнопольского и Олега Березовского, который, кстати, у нас сегодня сидит вот там, вот на звуке, забрался туда, на небеса. Песня была написана специально для Ноам. Называется она «Кораблик детства». Счастье и мечты, лети бумажный мой журавлик, в страну чудес.
счастья и мечты. Лети, бумажный мой журавлик, в страну чудес и доброты.
фестиваль «Звезды Хануки». Песня «Гибор Шель Има» занимает второе место. Но это еще не все. Наша Ном, наша путешественница, едет опять в Россию. С этой песней она ее завоевывает и привозит с фестиваля «Золотой дождь» из Владимира, естественно, первое место. Гибор Шель Има. Yeah.
ששלח לי אותך. Oh.